белый плакат, растянутый впереди. У нас так две колонны будет. Вот, пожалуйста, вставайте вот сюда. Всем привет. На публичном мероприятии запрещено ношение масок, то есть если у вас как бы костюм там хороший, то это вообще супер, но маску, к сожалению, надо поднять, потому что нужно видеть, как кто вы есть. Ну, запрещено приносить оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве него, психотропные средства, алкогольные препараты, наркотики и все такое прочее. Вот. То есть если вы сейчас в данный момент находитесь под действием этих препаратов, то лучше тогда вы выйдете вперед, и тогда мы лучше как бы не знали, как там в боку где-нибудь пойдете. Вот. Ну давайте вот еще буквально немножко подождем. С юмором и до самого. Понятно, говорят, сейчас придем. 3, 2, 1. Хотим, чтобы было красиво!
Центральному входу фонтана можно будет встать и
делать групповое фото. Встаем, значит, лицом к музыкальному театру. Делаем групповое. Офигенный КМР! Привет, КМР! Еще поскандируем.
самый знаменитый лозунг, который просвещает город Омск, ради которого тут половина журналистов пришла. Нет. Не пытайтесь покинуть Омск! 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 Омск в каждом из нас! Мы в Омске! Не пытайтесь покинуть Омск! Не пытайтесь покинуть Омск! Ура! Второе это котеночек и третий окорочок. Походу, тетя кто-то не завтракал, да? Второй котенок, да? Котенок, ну, вижу тоже котенка, вот, как в лапке, вот хвост, хвост вон справа. А окорочок, да? Окорочок тоже вижу. Третий байкер. Пожалуйста. Давайте справа. Я уже нажимаю, можно говорить. Какой-то странный тут главный орел. Это грин, а это что, такой там мужик какой-то странный. Мужик? Да. Ноги такие у него косые. То есть получается орел, Крым и мужик. Ну похоже, соглашусь. Мужик странный. Раскинулся такой. Ну нет, похоже, действительно, тут как бы абсолютно. Абсолютно верно, все верно, я считаю. Она сейчас дает интервью, надо, я думаю, уважаемые друзья, нужно крикнуть что-нибудь духоподъемное. Духоподъемно предлагайте. Как организатор мы просто обязаны предлагать песенку от девушки. Девушка, спойте песню. 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 Сыграй нам на гитаре, сыграй нам на гитаре, сыграй нам на гитаре. Это не моя гитара. Это не ее гитара. А, это не гитара, ребята. Это вот там. Это уже не там находится и девушка, и парень, который умеет играть, и который поет, они просто подержать дали. Ну, сыграйте нам на гитаре кто-нибудь. Сыграйте нам на гитаре. Потерял. Сыграйте нам на гитаре. Я тоже Да нет, это боялся, не хочу, да нет. Ну что, ребята, давайте я тогда проверю. Вот я слева вижу цветочек. Посередине я вижу, ну, как вам сказать. Нет, это все-таки какое-то существо пешеходное, то есть ходит на ногах по земле, ну животное какое-то. А на третьей картинке, ну это, нет, это все-таки фейерверк взрывной. Я думаю, это Боярский на коне. О, есть, поступило предложение, что на третьей картинке Боярский на коне. Прям две ноги конь прям. Вижу, точно вижу. На первой это забедренная кость. Похоже, точно. У меня друган недавно делал операцию, я смотрел снимок, точняк. На центральной овечка. Овечка? На центральной? Соглашусь. Это половина льва. Половина льва. Половина льва, подождите, я сейчас встану с вашей стороны. Лев был? Да нет, он приземляется, вон. Точняк, половина льва. Точно, посередине половина льва, ребята. Льва разорвал. Его разорвало от радости. Счастье. Друзья,